Он назван Ярослав Лихачев из Амура. Бывший главный тренер московского футбольного «Спартака» Паоло Банолли в интервью «Спорт-экспрессу» заявил о том, что он может вернуться в московский клуб. Очень грустно, что пришлось принять его выстраданное, независимое от спортивных результатов. Сейчас я не работаю в «Спартаке», но думаю, однажды могу туда вернуться в качестве главного тренера, заявил итальянец. Трансфер нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в Спортинг становится все более реальным. И форвард ускорил работы по строительству своего дома в Лиссабоне. Особняк, расположенный в элитном районе, станет самой дорогой недвижимостью в Португалии. Роналду приобрел его за 20 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что Роналду собирается перейти в Спортинг уже не трансферной окно 3-го года. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин. На 2 ноября в Челябинске осадки будет плюс 1 градус, ожидаются дожди с мокрым снегом, в Магадане минус 5 без осадков, в Южно-Сахалинске около 9 тепла, пройдут кратковременные дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 4 без осадков, в Сургуте плюс 3 градуса, пройдут дожди с мокрым снегом, в Мурманске и Петрозаводске плюс 3 градуса без осадков, в Уфе плюс 4, пройдут дожди с мокрым снегом, во Владимире плюс 2 градуса без осадков, в Воронеже около 5 тепла. Пройдут небольшие дожди, в Краснодаре и Сочи без осадков, днем плюс 15. В Донецке плюс 9, пройдут небольшие дожди, в Луганске около 7 тепла, без осадков. В Петербурге в среду без существенных осадков, ночью 4-6 тепла, днем плюс 8. В Москве сегодня местами осадки, на дорогах гололедица, ночью минус 2 градуса, днем плюс 4. В эти минуты в российской столице плюс 2, давление 748 миллиметров.